Студентки-спортсменки призывают нижегородцев активнее голосовать за свой город. Заканчивается голосование за символы, которые украсят собой новые купюры Банка России. Нижний Новгород, к сожалению, не на первом месте. И неравнодушные люди пытаются заставить горожан быть активнее. Девчонки, которые у нас танцуют, они же собраны с разных факультетов. Они регулярно приходят на тренировки, забирают о себе еще больше флаеров, раздают, потом приходят на учебу, раздают флаеры своим одногруппникам, другим студентам на своих факультетах. Поэтому работа идет каждый день. Результаты есть. Как только мы начали свою работу, мы начали постепенно подниматься. Я обязательно проголосую за Нижний Новгород, потому что наш город действительно достоин размещения на новых банкнотах. Если мы всеобщими усилиями сможем проголосовать за Нижний Новгород, то мы войдем в финал и обязательно победим. Наш очень старинный, древний город. И Кремль – это главное место, с которого начался наш Нижний Новгород. Я буду друзей своих звать, одноклассников и друзей, с кем работала. И у меня и дети, трое детей и несколько внуков. Это великолепный город, который Нижний Новгород всегда был защитником нашей страны во время ополчения 1812 года, во время Великой Отечественной войны. Одна треть оружия была произведена в Нижнем Новгороде. Это город-защитник, город, хранящий устои российского государства. Это город научный. Я считаю, что Нижний Новгород очень достоин, чтобы символы города были на купюрах. Я приглашаю всех нижегородцев, и не только нижегородцев, всех, кто любит Нижний Новгород, всех, кто любит историю нашего государства, проголосовать за символы нашего города.